Многие знают, что я зарабатываю в компании Express Money. Я уже выводил с этого сервиса деньги. Компания передает деньги микрофинансовым организациям под проценты и возвращает инвесторам с прибылью. Сегодня я буду инвестировать 5000 рублей в тариф универсальный. Так, депозит я открыл, теперь мне остается ждать. Каждый день мне будут капать проценты в размере 125 рублей. А по окончании срока депозита я выведу уже свои деньги. В общей сумме я заработаю 6250 рублей. Также можно зарабатывать даже со 100 рублей. Регистрируйтесь и зарабатывайте, а ссылку я оставлю в описании под видео. Переходите. И сегодня мы с вами будем слушать композицию Димаша Кудайбергенова, который называется «СОС». Вы меня часто ругали в комментариях, типа: «Егор, что ты показал, показываешь Димаша каким-то японкам, который в музыке вообще не соображает, как бы не бум-бум». Можно оценивать с точки профессионала, да, именно как Димаш поет, а можно оценивать с точки зрения простого обывателя, вот как мы с Ириной, да, мы в музыке не бум-бум, но разве это имеет значение? А? Если тебе музыка понравилась, значит, она хорошая, классная. Суну Казахстан, но ка все. Сайкин лам и чанинки не надо. Крана на бенгу. Покажи. Кан душа. Францева? Не, Франция. Тадаси. Казахстан. Казахстан. Вакару Казахстан. Это не так. I think he have many Chinese girls who like him. In live show, not like video. Like what to feel it like in a real show.
Браво, браво! Today many people tell me that he is the best singer in the world right now, nowadays, because his voice ability is incredible. Similar. So do you know something about Kazakhstan? Kazakhstan について?難しいな。何も知らない。Kazakhstan это куда ору? Almaty, only 1 month. You know, it's almost like Russia. Yeah, because I see there so many Russian people, like Kazakhstan and Russian people living together. And you know, all Kazakhstan people can speak Russian language. Wow. You know, the most interesting moment was when I went to Kazakhstan. I was walking and suddenly one Kazakh boy come to me. You know, he was very funny, very interesting because he had a big flower like this. And he like, hey brother, do you know the street of la 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 la, the name of the street? Do you know how to go to the street? Hey brother, do you know how to go to the street? And he like Kazakhstan, right? I just like, oh, you think I'm your brother? Oh, interesting. And after I say, yeah, sorry, I don't know why, I just came. I just from the airport, so. I think Kazakhstan people, I think they're very polite, very friendly. Мечакару. You should go to Kazakhstan. Kazakhstan. But Kazakhstan people like to go to Korea more than to the Japan. I don't know why. I think in Kazakhstan they're living many Korean people. Yeah, because no sense on Tokyo, so they come. Теперь выпуски на канале будут выходить каждый четверг и воскресенье в 15:00 по Москве. Подписывайтесь на канал. You know, when he's singing, I feel like he's a dolphin, right? Dolphin. And you know, do you remember the movie Fifth Element? Good movie. My favorite one. You know, Mila Jovovich is Russian. Russian? No, Ukraine. She was born in Ukraine. Димаш Kazakhstan boy is better, right? Better than this right here. Yeah, much better, right? Much better. Yeah, Димаш is more like higher, right? More higher. More higher. Yeah. Hey, I wanna Димаш sing this song, right? I wanna he did it. Ну все, реакция подошла к концу, поэтому если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какую сделать следующую реакцию, именно на какую песню. Вот. Я вижу, вы в комментариях очень часто советуете, но одни советуют там LG посмотреть, да, под этим же комментом другой комментарий, типа ни в коем случае нельзя реакцию на LG делать, вообще ни в коем случае. Вот, поэтому я не знаю. Пишите активнее, я буду уже исходить из процентного соотношения, да, вот, именно какого предложения было гораздо больше. Поэтому пишите в комментариях, я буду благодарен. Ладно, ребята, всем пока, увидимся в следующих видео, да, с Ириной. Bye-bye. Пока.